Большая часть населения Армении считает, что замораживание членства в организации договора коллективной безопасности ОДКБ не в интересах страны. Такое мнение высказали 58% опрошенных Международным социологическим центром Гэллапа. Директор офиса центра в Армении Арам Навасардян заявил, что 43% респондентов не хотят, чтобы Армения была ни в ОДКБ, ни в НАТО. Они мечтают видеть страну полностью нейтральной. 28% опрошенных считают, что целесообразнее остаться в ОДКБ, а 22,5% заявили, что лучше вступить в ряды НАТО. Опрос проведен 26-28 февраля среди 1100 граждан Армении.